Привет, истинные стримаши, это исследователь. Рассказ небольшой про наушники Bluetooth молекулы 404. Вот видите, молекула, вот модель. Здесь на правой стороне заряд микро-USB, здесь диод красный, он сейчас погас, потому что зарядилось, но гаснет диод не сразу, когда зарядилось, потом он гаснет через полчаса, не очень это хорошо. Разъем крепкий, очень хорошо держится, я все время ругаю в смартфонах, планшеты болтаются, здесь вообще не болтается, все просто на пятерочку. Здесь вы видите 328 миллиампер, на самом деле 310, было около 300, скажем, что 300. За час зарядился. Наушники зарядились. Просто я хотел вот показать, за сколько и какой аккумулятор в этих наушниках, потому что производитель умалчивает в этих параметрах, пишет что-то там до 16, до 10 часов. Сколько часов, пока я не скажу вам точно, попозже скажу. Но вот заряд вот такой вот. На этом все, спасибо, подписывайтесь. До свидания, стримаши истинные.